Класс. Люблю жизнь. Привет, друзья. Ну что, я пропал тут на пару дней, вы, наверное, заметили. Ну, пропал по определенным обстоятельствам, вполне уважительным, и я вам объясню потом. Ну, а теперь продолжу в том же стиле, в котором я записал предыдущий блог. Ну, а начнем мы с чего? Начнем мы с чего-нибудь такого хорошего, знаете, от чего душа разворачивается и заворачивается. С чего-нибудь такого патриотического. Найдовший рушник із бісеру, найбільший пиріг і наймасовіший хор. Всеукраїнськими рекордами відзначає свій ювілей прикарпатське місто Коломия. Я вже не раз говорив, що поки в цивілізованому мірі гордяться там якими-то новими ізобретеннями, там новими автомобілями, космічними кораблями, які бороздять простори космосу, опять-таки. Здесь, видите, самый большой пирог, самый большой там бісер. Бісер перед свиньями. І я уверен, що після цього в Коломиї дороги стануть ровними-ровними, а к яйцом викатаними. Пенсии повысятся опять-таки, ну не будем о грустном, давайте о чем-нибудь опять-таки о веселом, об украинском доме, а его декоммунизируют. Болгаркою по комуністичному минулому. З фасаду українського дому демонтують радянські барельєфи. Усього їх два з обох боків будівлі. Поки що зняли лише невеличку частину з одного барельєфу. Не понравился їм барельєф, слишком он какой-то комуністичний. Вообще-то, по преданням, на барельєфі зобразив скульптор самого себе. Дело в тому, що Валентин Борисенко говорив, що він типа тягне сімейну лямку, поэтому решил сам себе увековечить там в одному із цих тянутелей. Директор українського дому запитав. Внимательно посмотрите, кого-то напоминає он. Я не знаю, що вони якого комуністичного увидели в його обліку. Но, знаете, они выше им виднее, как бы говорится. Коммунистический он какой-то получился. Ну то ладно, давайте, во-первых, посмотрим на кабинет этого чинуши. Внимательно посмотрим на кабинет чинуши. Смотрите, какой у него маленький что-то, портрет, я не знаю, портрет Украины или что это. Музей тоталитаризма на месте коммунистичных сил. Посмотрите, что это, что это? Это огромный герб сзади. В огромном гербе портрет Порошенко, а на Порошенко вышиванка. Но это все фигня. На самом деле, если приблизить вышиванки, в каждом крестике там еще один маленький герб, маленький, и на каждом вот три зубчика еще маленькая голова Порошенко. Но теперь там все будет патриотично, там все будет во флагах, в гербах. Полі встановлять прапори України, в центрі будівлі з'явиться тризуб. Завершити усе планують до Дня Незалежності України. І там буде ще флаг України, який буде підсвічуватися фосфором. Прапори, які з'являться на фасаді вночі, будуть світитись. Це буде бетон, верху буде покрито фосфором жовто-синім, і самий верхній шар – це буде склофарба. Фосфор, як собака Баскервілей. Тобто вони будуть світитися. Да, я тобі говорю, вдумайся, як рило собаки Баскервілей. А вообще, кстати, вот я так подумал. Вы знаете, что такое украинский дом? Это он сейчас украинский дом, а старожилы, ну то есть те, кто не переехали из хуторов в Киев, а кто там, знаете, ну раньше был, и в общем, кто интересовался историей Киева, они в курсе, что украинский дом это бывший музей Ленина. Музей Ленина. Вообще не в западло в музее Ленина быть. Мне кажется, его вообще надо снести. Я считаю, что это правильно взять и снести все, что построено при Союзе. Ну реально, были бы у людей яйца, а не коконаки не какие-то там. Они бы взяли и снесли этот нахрен украинский дом, потому что это музей Ленина. То, что построено и называлось музей Ленина, не может принести ничего хорошего. Я так думаю. Там аура плохая, коммунистическая. Снести нахрен, построить что-то новое. Вот на самом деле, музей Бандеры. И все, а потом переименовать в украинский дом. Йоу! Но по-хорошему надо бы снести музей Ленина, не? Ну что еще там, что еще хорошего, что еще разрушают, что еще строят? В основном разрушают. Решили разрушить гостиницу в Днепре. Помните ту, на которой самый большой герб, тризубец Украины? У Дніпрі підірвуть легендарну недобудову у прямому ефірі. Водночас добудувати готель також неможливо, адже за радянським проєктом там крихітні кімнати з низькими стелями. Зараз тривають переговори із власником та кількома міжнародними компаніями, що підривають будівлі. Уже є телеканал, готовий це транслювати наживо. Тобіш розрушають її, тому що там низькі потолки. Я вірю всім серцем, що саме із-за цього вона і розрушається. Везде-то у нас зараз потолки по 4,5, да? Взагалі нормально розрушити всі хрущовки, тому що там з потолками теж не лади якісь, ні? Теплая вообще, короче. Хотя надо признать, у каждого свои представления о патриотизме.
кто-то сносит, кто-то строит, кто-то опять сносит, а кто-то обматывается флагом. Я этого не понимаю еще со времен помаранчевой революции. Нахрена вы обматываетесь этими флагами? В любой ситуации обмотайся флагом. Вот здесь вот мужик, вот они чествуют там кого-то, то хрен поймешь кого, ну да ладно, чествуют и чествуют. Зачем он дает интервью во флаге? Вот к чему это? Вот нахрена ты натянул этот флаг? Роль цієї людини в історії України визначена. Це борець за незалежність України в умовах, як я трактую, третьої російсько-української війни. Вообще, я к чему это все? Постоянно что-то сносят, постоянно что-то убирают, гордятся этой декоммунизацией. А в итоге что? Они разрушают то, что было построено, и все это драпируют. То есть там флаг, там герб, там что-то подсветка. Еще не хватает, знаете, из картона вырезанного казака туда повесить. Вот нормально, из картончика, как они мосты в свое время красили, а теперь это все облупилось, и это можно все засунуть себе в задницу. Я не могу понять, если ты хочешь показать, что ты такой суперский патриот, построй какую-то патриотическую школу, пускай патриотическую, но школу. Давай, построй что-нибудь, только не музеи вот эти вот, они вонючие. Выкопай, на самом деле, выкопай это метро наконец-то, построй мост наконец-то, не крась его, это коммунистический мост, не крась его, не смей его, ну не позорь наш флаг коммунистическим мостом, серьезно, реально, построй другой мост, ну ты же не можешь ничего построить, только можешь только в носу ковыряться и казаков картонных вырезать. Украинизация. Я вот, к примеру, за украинизацию. Если ты живешь в Украине, ты должен быть украинцем. Если ты живешь в Украине, ты должен... Що ти ще должен вообще? Вітаю, Назар. Ми зараз йдемо разом з ходою, власне, до українського дому. Вот эти ребята отлично знают, что ты должен. Они украинизируют в центре Киева. И вот они идут, и для начала что они делают? Конечно же, поют гимн. И перед тем они влаштували мини-импровизованный концерт, на котором уже, звичайно, заспевали гимн Украины. После этого что надо сделать? Покричать «Слава Украине!» А также лунали гасла «Слава Украине!» После этого обязательная часть помянуть минутой молчания воинов АТО. Потом они вшанували хвилиною мовчання наших героев, которые загинули в зоне АТО. Потом помянуть минутой молчания Небесную Сотню. От, тут планується дойти до алеї героїв Небесної Сотні і покласти квіти, вшанувати їх хвилиною мовчання. А потім, що думаєте, вони зробили потім? Опять покричали героям «Слава! Слава Україні!» Вони викрикують гасла «Слава Україні!», також розмовляють українською мовою. І спіли гімн. А також знову-таки співали гімн України і викрикували «Розмовляй українською мовою!». Все, акція українізації окончена! Ну и в чем заключалась эта акция украинизации? Вот какой в ней смысл, спросите вы? А я это спрашиваю уже второй год. Какой в этом смысл? Но здесь мужик объясняет, какой смысл. Потому что он напоминает про 10-ю статью Конституции Украины. И говорит, мол... Если люди в стенах парламента не выполняют 10-ю статью Конституции, разговаривают российской мовою, как это делают некоторые политики, скажем, оппозиционного блоку, и даже не оппозиционного блоку, это даже не то, что дивует, это насторожує. Вы поняли, да? Короче, это дебил считает, что если ты говоришь в Верховной Раде на русском языке, ты нарушаешь 10-ю статью Конституции. А я напомню ему, что такое 10-я статья Конституции. Ну вот фишка в том, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита российского языка и других языков национальных меньшинств Украины. Поэтому что имел в виду этот клоун, я, честно говоря, не знаю. Но я не хочу, серьезно не хочу заканчивать на чем-то опять плохом, знаете, потому что опять напишут, что шари, там что-то там про Украину, еще там про что-то. Я не про Украину, я про дебилов говорю, про долбоебов, о которых говорить-то и даже противно. Давайте закончим чем-нибудь хорошим. А что может быть более хорошим, чем песня? Чем хорошая, добрая песня? Подпевайте вместе со мной, а? Давай, все вместе. Шан-Зелизе. Давайте, в каждом в своем селе, давайте, в каждом районе города Киева. Давайте, запевайте. Отложите свои макароны с сыром. Давайте. Шан-Зелизе. Давайте. Пойте. Зелизе. Давайте, давайте, все вместе. Как одно целое. Шан-Зелизе. Представьте, что вы рядом со мной, что есть безвизовый, и пойте. Давай, подпевай. У Киева відбулася хода на захист української мови. Подпевайте.
О, Шан-Желизе. Представьте, что вы вместе с нами. Что Порошенко не соврал, и у вас уже давным-давно безвизовый. Что Яценюк не соврал, и у вас давным-давно европейские зарплаты. Лизе. А пока что просто подпевайте. О, Шан-Желизе. Гламур. Шан-Желизе. Я уже в скорости надеюсь отсюда отпетлять, потому что интернет здесь никакой, друзья мои. Я не могу ничего снимать, потому что заливать буду 8 часов. А как отпетляю, так мы будем видеться чаще.